Возник вопрос, как подключить Android-магнитолы разного поколения Jensun к Bluetooth. Есть определенные правила. Во-первых, нужно включить Bluetooth. Иногда Bluetooth включается в этом меню, иногда нужно зайти в Android-меню. Иногда его здесь просто нет, поэтому вы просто заходите в отдел. Вот это у нас одна из прошивок. Сейчас вернемся. Мы заходим в общий отдел, запускаем Bluetooth. Но ключевым моментом есть... Не поиск в самой магнитоле вы должны искать Bluetooth, вот Prepair нажимаете и так далее. Это неправильный подход. Вы должны после нажатия, вот проверили все пароли, проверки и тому подобное, сделали там сброс Bluetooth, если вдруг это необходимо. Так, и потом идете к своему телефону, после чего запускаете Bluetooth и обязательно делаете поиск. Поиск новых устройств. И когда он находит вот новое устройство, сейчас он видит у нас CarKit, подключаете, нажимаете только через телефон. Пароль просит 4 нуля, соединение, после чего произошло подключение. Вот мой телефон подключен и появляется значок Bluetooth. Сейчас посмотрим на другой модель. Магнитолы. Алгоритм тот же. Сначала вы заходите в устройство, которое здесь отвечает за Bluetooth. Другая прошивка. И здесь вот сопряжение устройства. Именно в этой модели можно поиск нажать, но это ничего не даст. Почему? Потому что вам нужно сначала подсоединиться по самому телефону. Заходим в телефон, подключить новое устройство, видим CarBT, нажимаем подсоединить, пароль 4.0, можно его менять, там внутри есть настройка. После этого происходит подключение по Bluetooth и, естественно, появляется значок Bluetooth. До этого значка Bluetooth не будет. Сейчас вот это делается в 10, предыдущий был у нас Android 8.1, две версии, и вот Android 10. В Android 10 есть отдельно Bluetooth для подключения устройств, кроме телефона для музыки, есть для OBD адаптера. Но в принципе можно пользоваться обеими вариантами. Но алгоритм при этом тоже не меняется. Смотрим. Здесь изначально уже Bluetooth включен идет. Заходим в Bluetooth. И чтобы нам подсоединиться, нам нужно зайти в собственный телефон. Снова включить Bluetooth и начать поиск в телефоне. Вот он нашел его, 8804. Здесь нужно нажать еще зелененькую. Здесь немножко другой алгоритм в Android 10, после чего подключение произошло. Все, связь появилась. Уже самой дорогой версии на Android 9 PE. Как подключиться к Bluetooth? Главное, что нужно запомнить, что вы не должны подключаться через устройство. Устройство самого DVD. Вы должны подключаться через телефон, то есть поиск производится в телефоне. Иначе он не воспримет. Обратите внимание, для iPhone своя специфика. Если у вас уже iPhone новый, 11 и выше, то также подключается. Если ниже, то это, к сожалению, сделать нельзя. Нужно специальное устройство дополнительное для iPhone. Так, снова. Здесь называется оно «Синий зуб». Идиотский, конечно, перевод, но он есть. Дальше не нужно заходить никуда здесь, там Prepair и тому подобное. Ваша задача снова включить Bluetooth на своем телефоне. Найти новое приложение, так как Bluetooth по умолчанию существует. Вот. Здесь он называется Suve Android. Так, запускаем Suve. Чекаем запрос. Завелся запрос. Додаем. Подключаем. Подтвержим на телефоне. После чего Bluetooth подъеднанный. Все работает. Можно пользоваться данным устройством.
Ну и главное, запомните, что подключение Bluetooth происходит поиском данного устройства на смартфоне, а не на магнитоле. Это важно. Тоже важный момент. Иногда Bluetooth отключен в самом инженерном меню. Для этого нужно зайти в инженерное меню и нажать «On». Подключить. Вход в инженерное меню смотрите видео, ранее выложенное нами, и я постараюсь сейчас его выложить сверху в уголку в конце данного видео.